Привет всем, друзья! Обещанное третье видео с Максимом. Сегодня покажем вам дуплекс в этом жилом комплексе за очень приятную цену. Всем приятного просмотра, ставьте лайки, подписывайтесь, а мы начинаем. Вот, Максим в такой примерно дуплекс переезжает. Я уже походил, посмотрел, думаю, ну, конечно, в такой-то дуплекс. Это 3 плюс 1. 260 метров, включая летние площади. 260 метров? Включая летние. Цена сразу? 75 тысяч евро. Евро? Евро. А ты что сказал? Ойро. Что за ойро? Ну, ойро так говорят. Смотрите, просто здесь 60 квадратов, только у вас кухня-гостиная. Да, ребят, конечно, очень хорошо. Обалдеть, конечно. Обратите внимание, что вся техника Bosch. Посудомоечная даже у вас тут все есть, в общем. Кондиционер. Конечно же, огромный балкон. Ну, как он огромный? Здесь квартира двухэтажная. Сейчас на втором этаже вам покажу. Там вообще класс. Здесь вид на море. Сегодня у нас, видите, небо слилось чуть-чуть с морем, поэтому не так отчетливо его видно. Когда оно будет такое ярко-синее, будет покруче. А здесь, ну, мы уже говорили в предыдущих видео, может быть, кто-то первый раз его смотрит. Мы находимся в Махмутларе. До города Максим где-то 4 минуты на мопеде доедет. 4 минуты, засекал? Да. Абсолютно, да. До моря 2, сколько, с половиной километра? Вот, находимся немножечко, видите, в отдалении от вот этой городской всей суеты. Но Максим вот выбрал для себя именно вот такое место. Зато, говорит, летом прохладненько, ветерок дует, все классно. Тишина, покой, красота, горный воздух. Там, смотрите, горы. Ай, да, на пенсии можно, да, здесь покайфовать? Ну, не обязательно, конечно. Ну, мне пока еще хочется в город. Так, давай еще первый этаж-то весь посмотрим. Здесь получается для велосипедов, да, что-нибудь, и кладовочка небольшая. Кладовочка, что угодно, чемоданы и так далее, что хочешь поставить. Здесь спальня номер раз. Номер раз, своим бабкам, да. Угу. Первый санузел на первом этаже. Первый санузел? На первом. Это гостевой, да, скорее? Ну, гостевой, как удобно. Угу. Кондиционер. В квартире вообще абсолютно нет запаха, да? Прям вообще нормально. Ну, приедете, проверите. А то, видите, я могу сказать, что нету, а вдруг на самом деле есть. Все же у нас подозрительные в Ютубе. Так, основной санузел. Основной санузел. О! Это я понимаю. А у тебя как, тоже джакузи? Да. Но это не джакузи, это просто ванна. Вообще джакузи это название фирмы. А, да? Да. Ты поставишь джакузи себе? Конечно, такую большую тоже воткну. Так. Хорошо, санузел, ребят. Да, я бы здесь чуть-чуть бы, знаешь, там... Ну, это нюансы уже какие-то там, да. Еще одна спальня. Каждая комната кондиционера остается здесь. Кондиционер все новый. Угу. И вот здесь здоровенный террас. Здоровенный террас. Опа. А, так он еще и туда. Ай-яй-яй. Тут я не знаю вообще. Здесь, видите, ну, надо, конечно, подмести все это дело. Но это пусть новый хозяин уже делает. Здесь бы никто не жил. Там, видите, во дворе у нас бассейн большой. Здесь что ты говоришь? Там ресторан, здесь фитнес планируется. Здесь фитнес будет, здесь а будет здесь? Два помещения. Короче. Какая-то детская игровая комната и так далее. Но все это будет к концу октября, 7 месяцев. К концу октября. Здесь Максим управляющий, кстати, у нас. Да, ребят. Все вопросы к Максиму. Так, и с этой стороны сейчас покажем. Вот здесь, конечно, вид вообще мощный. И смотрите, тоже размер. Террасы. Извиняюсь за ветер сразу. И вот такая здесь красота. Тут хоть прям фотографируйте, Максим. Так, пойдемте зайдем. Так, а как мне сюда-то попасть? Последняя спальня. Еще одна, да, вот эта спальня. Как она выглядит? Я а, да, Максим сюда засунул какого-то утеплителя.
ну, как бы аккуратнее сложилось, заизолировал, как бы. Потому что здесь Рокстан находится, и, ну, зимой прохладно, на самом деле. У меня Рокстана нету, я их не ставил. Я сделал все утеплителем, закрыл. А ты ламинат сам у себя делал? Или уже было, когда ты купил? Сам делал? Макс, ты прям скрывал вот эту всю плитку? Нет, не скрывал, а сверху плитки положил подложку. А, да ладно. Теплый пол, а сверху ламинат. Короче, вот, да, друзья, лайфхак от Максима. Просто прям не вскрывал, да, сверху? Конечно, нет, здесь все можно прям класть на... Если кому интересно, посмотрите предыдущее, наверное, видео будет, где мы показываем квартиру Максима, которую он продает. Он, кстати, здесь же продает 2+1. Хочет в 3+1 вот в такую переехать большую квартиру. Я его прекрасно понимаю. Вот. Что касается Айдата, ну он там сделал себе теплый пол. В общем, посмотрите, сейчас ссылка появится, по-моему, вот с вот этой стороны экрана, в верхнем вот этом углу. Вот. Что касается Айдата, на 2+1 у тебя сколько Айдат? Ребята, Айдат все одинаковые, 150 лир. Даже здесь такой же? Пока он не едет на площадь, когда это считается, просто 150 лир. 150 лир в месяц. Ага. Я понял. Ну, с теплым полом там тоже, да, экономия-то идет, чем кондиционером, конечно, отапливать такую площадь. Ну, ты молодец, слушай. Все по-хозяйски, все решил, все вопросы. Ну, жить понятно. Вот, видите, человек молодец. Половина там вообще, ну, не половина, а процентов. Все-таки у меня хорошие подписчики, процентов 30, я не знаю, там ноют в комментариях. Там то это не так, то это не так, кондиционером не обогреешься, замерзнешь. Ну, везде ищут проблемы. Тут человек приехал и все ребята, решил. Ребята, в следующем году я вообще поставлю всех газовый обогреватель, ребята. Это вообще фишка, никто здесь ничего не делает. Тогда это будет еще дешевле, чем кондиционер. Еще дешевле, чем теплый обогреватель. Ну вот видите, хозяйственный человек везде разберется, везде все решит. Все, друзья, на этой прекрасной ноте. Сейчас давайте прям выйду на балкон, на террасу, балконом, я не знаю, тут. На этой прекрасной ноте заканчиваем это видео. 75 тысяч евро, 260 квадратов площадь, стройная Махмутлар, техника. Стройная техника, осталось только мебель купить, ну и чуть-чуть, я не знаю, можно под себя что-то где-то вообще обои, ну это уже на ваше усмотрение, можно вообще ничего не делать и так жить, кайфовать. Все, друзья, всем пока. Номер сейчас появится на экране. Звоните, пишите в WhatsApp, забирайте квартиру. Подписывайтесь, конечно же, на канал, подписывайтесь на группу в Телеграме. В общем, все ссылочки абсолютно со всеми социальными сетями, как обычно, под этим видео в описании. Буду ждать ваших обращений и увидимся в Алании. Пока!